Всем привет, друзья, подписчики и кто просто просматривает мой канал. Всем привет, друзья. Ну что, в данном видео у нас сегодня будет продолжение битвы за архипелаг. Давайте посмотрим, что у нас тут происходит. Так, ну что, поплыли. Единственное, друзья, проблема, я не могу пройти один город. Ужасно, я столько мучился. Этот город называется ООА и Лена. Ладно, давайте зайдем в журнал «Атак», посмотрим. Не понял. Почему у меня тут показывается две звездочки? А, но я его еще не прошел. Да, я его еще не прошел, того он и показывает, что ровно две звездочки. Так, ну что, а что я уже испугался, думаю, что такое. Так, ну что, давайте посмотрим один бой. Так, это у нас 4 энта, 20 пиратов и 2 метеора, 35 бочек. Может быть, мне надо было оставить, пройти какой-нибудь город за 30 бочек и оставить там 40. Так, ну что, я... Как и говорил, что буду атаковать с этой стороны, но передумал. Я сделал здесь два удара метеорами. Запустил энтов именно вот здесь с угла. И пиратов на зачистку. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Город такой еще легенький по сравнению с этим. Лена. Так, ну что, пираты сюда прорвались. Осталось еще 5 пиратов. Я их тоже с этой стороны запускал. Давайте я приближу, посмотрите. Этот город более-менее еще пройти можно. Энты идут на атаку, пираты, как всегда, на зачистку. Так. Видите, так себе. Бой можно пройти без проблем. С этим боем я не сильно заморачивался. Сделал, кажется, около 4 атак. Проверил обстановку. Все, в принципе, устроило. Но тут тоже на последнем издыхании, если бы эта пушка и эти пираты не помогли мне, то, может быть, я его и проиграл. Но, как видите, я его прошел спокойно. Так, ну что, ладно, тогда этот бой уже мы посмотрели. Давайте посмотрим следующий. У нас будет сундук сегодня еще один. Посмотрим, что там. Конечно, друзья, я разочарован. В этот раз что-то не получается. Очень трудно все это проходится. Так, ну что. Здесь также у меня 20 пиратов, 4 энта и 2 метеора. Здесь у нас дублоны. Давайте посмотрим. И вроде вот такой же похожий город на Лену, но как-то здесь я быстро прошел его. Без заморочек. Здесь забор, обратите внимание, совсем другой. Пиратов я запустил с этой стороны на зачистку. Я пробовал и с этих сторон. Здесь видите, как тоже все интересно сделано. Стоят обеликсы. Я думал сначала, может, на них напасть, а потом решил все-таки издалека на зачистку с этой стороны. И обратить внимание, где я запустил энтов. Именно с угла. Может быть, ту Лену надо будет тоже с угла как-то запускать, я не знаю. Но там единственная проблема, много вот этих декоров, вот этих всех. И очень трудно. Так, энты пошли с этой стороны уже зачищать. Пираты зачищают, энты двигаются дальше. Здесь пирата тоже нужно будет запустить. Но ну, видите, тоже толку мало, но он хоть немножко там зачистил. Ну, а энты уже самостоятельно пошли по кругу. Вот такие города еще более-менее можно проходить, потому что вся оборона находится по краю. И спокойненько можно проходить. И вот так пираты помогают. Весь урон получает энты, пираты зачищают. Ну, честно говоря, скажу, что тоже такой город сложноватый. Если бы не энты, то, может быть, я и не смог бы прорваться больше урону. Ну и вот пираты, видите, зачищают.
Тоже почти на издыхании я его прошел. Но можно пройти. С других сторон, я не знаю, я не пробовал, именно с этой получилось. Так, даже энты успели прорваться до зиккурата. Ну, где-то так. Здесь видите, что дают нам золотые дублоны. Вот если бы у меня еще было бы, наверное, 20 дублончиков, я, может быть, открыл слот героя. И тогда вот эту Лену я смог бы пробить. Так, ладно, итого у нас получилось 40 дублончиков. Это хорошо. Мне вчера тоже подписчик писал, что как пройти эту Лену. Друзья, даже не знаю. Я столько мучился. Так, ну что, у нас есть... Сейчас давайте посмотрим, где-то сундук. Давайте мы его откроем, посмотрим, дадут ли нам что-нибудь здесь. Да, вроде показывается. Так, посмотрим, что тут у нас. Так, 6 энтов. Так, 30 пиратов. Ой, 30 пиратов, 30 магов. Так, заклинание. Должны уже камни давать или нет еще? Или катализаторы? Так, 3 молнии. Так, и что еще? 500 тысяч песку. Все? Маловато будет. Но. Так, что? Теперь давайте мы все-таки вернемся к этому городу. Давайте я вам покажу его. У меня осталось даже 45 бочек. Я его не могу пройти. Друзья, ну честно говоря, я где-то часов, наверное, 3-4 мучаюсь с этим городом. И ночью работал с ним. И сегодня я пробовал. Но не получается, я не знаю, что делать. Есть, конечно, вариант сделать на 2 звездочки, как у меня там в журнале. Сохранить его и пройти дальше, потому что мне друзья скидывали в журнал атаку. Там, конечно, уже дополнительный есть и пушкарь у него, и открыт еще один дополнительный слот. И он с этой стороны прорвал оборону. Можно, конечно, сделать. Я, наверное, так и сделаю, потому что у меня уже времени и сил, и нервов не хватает. Нужно будет, наверное, сделать ровно 2 звездочки и пропустить его. Потому что что-то разработчики здесь сделали не так. Если смотрите, у меня 45 бочек, я не могу его пройти. Ну давайте я вам покажу приблизительную атаку. Как я пытался прорвать оборону, я нашел лазейку. Можно будет пробовать с этой стороны. Здесь метеорами нужно будет обязательно, кто уже прошел, там взял дополнительный слот и уничтожайте вот здесь. Все вот эти мелочные здания. А, я вообще тут магов нанял. Магов тут не надо было. Здесь нужны пираты. Ну и вот так я запускал их с этой стороны. Ну и, честно говоря, друзья, это все ерунда. Не получается. Здесь нужен дополнительный слот. Ну, как я и говорил в предыдущих видеороликах, что можно будет одну звездочку... не доработать, потом захотите вернетесь, эта звезда вам одна лишняя, вернее минусовая, не особо так будет напрягать. Ну, здесь нужны пираты. Сейчас давайте попробуем сделать такую атаку. Ну, здесь то же самое. Не получится. Магия не справляется. Пиратов вот эти воробьи, попугаи летят, и они немножко урону наносят остальным зданиям. А здесь не особо так. Давайте мы его завершим. Я не знаю, может быть, я попозже еще раз буду мучиться, пробовать его пройти. Но я думаю, что скорее всего я его буду пропускать. То есть сделаю ровно 2 звездочки, потому что не получается у меня. Как говорится, друзья, нервы лучше беречь. Так, где наши пираты? Давайте поставим вот так пиратов. Я пробовал с разных сторон. Единственный вариант, с этой стороны я пробовал. Ну, а вообще проходятся они с этой стороны.
до замка, я говорю, что еще более-менее можно дорваться. Делаем вот такую. Уничтожаем с этой стороны. За одного пирата сюда, одного пирата сюда и одного сюда. Так. Ну и потом запустим носорогов с этой стороны и попробуем дорваться до замка. Ну, у меня там бой уже есть. Можно даже не заморачиваться, просто сохранить его. Ну, я говорю, что уже, друзья, честно говоря, сил уже не хватает. А подождем, пираты закончат свою работу. И запустим носорогов. Странно, конечно, что не получается. Обычно у меня уходил примерно час на сложные города. Ну а тут я что-то... Смотрите, носорогов этот зиккурат уничтожает очень быстро. Я говорю, что пробовал и с этих сторон то же самое. Но никак не получается. Ну, повторюсь еще раз, друзья. Не парьтесь, не смогли пройти. Оставляйте его и проходите дальше. Вот смотрите, носороги все-таки прорываются в середину города. Единственная проблема здесь вот замок. И все, и на этом дело все заканчивается. Никак не получается пройти дальше. Здесь еще эти два обеликса. И все, смотрите, даже ничего не получилось. Ладно, друзья, здесь дело пахнет жареным. Не буду я мучиться. Обязательно напишите в комментарии, если вы его уже прошли. Так, на карту. Если вы его прошли, обязательно напишите как. Потому что многие пользователи мне уже показывали скрины. Именно они возвращались и добивали его. Так, ну что, 45 бочек. Давайте мы посмотрим, как я все-таки прошел на... Две звездочки. Уничтожил я тут метеорами. Запустил пиратов с этой стороны. Но это не вариант. Это чисто сделать ровно на две звезды. Потому что нужно разбивать вот эту вот всю кучку этого мусора. По-другому никак. Так, ну что, пиратов с этой стороны на зачистку. 56%. Ну и запустил носорогов с этой стороны. Если было бы еще дополнительное одно заклинание, я бы попробовал уничтожить вот эту всю сторону, тогда было бы нормально. Ну а так, смотрите. Вот обратите внимание, что носороги вроде прорвали оборону. Ну и все, и на этом дело заканчивается. Можно было бы, конечно, попробовать еще раз такой бой сделать. Может быть, как-то она получше проходилась бы. Но, как видите, что все. На этом силы истекли. И так добили. Ну что, друзья, ладно. Я, честно говоря, устал. Я полночи сидел, пробовал играть, но никак не получается. Ладно, давайте мы его подтвердим. Делать нечего, потому что. А потом, если будет настроение, мы вернемся. Все, сделали ровно две звездочки. Так, ну что, многие говорят, что в этот раз очень-очень сложно. Забор непробиваемый. Да, друзья, разработчики будут постепенно-постепенно усложнять эти города из-за одной причины, потому что им нужны деньги. Вы будете покупать рубины и проходить за них. Так, ну вот этот город еще более-менее нормально. Можно будет попробовать даже 30 бочек использовать. Ну а там посмотрим, друзья. Ну что, данное видео сегодня у меня не получилось. Так что, друзья, извиняйте. По возможности, как могу, так помогаю вам.
Ну что, всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, друзья!